Приветствую всех на канале Мурзунчик. Сегодня мы с мужем вышли в лес по грибы. Женечка. О, маслетка. Женечка, зиронька моя нашла маслеточка. Серденько. Да, в цьому году грибний період почався пізновато, ну, погода, були дощі, і погода дуже благоприятна для грибів. Тобто влажно і тепло. Грибів просто завались. Не встигаємо, як бачите, нагибаться и доставать нож. Так. Давай, милый. И вообще, даже не грибы собирать, а просто погулять по лесу, отдохнуть, подышать свежим воздухом, так бы сказать, переключиться на другой лад. Потому что мы все люди заняты, и у нас работа, дом, хозяйство, дети, разные увлечения, ну, у кого что. И иногда надо правильно отдохнуть. Правильно, что в смысле, ну, мы так, по крайней мере, любим отдыхать. Не за накрытым столом и спиртными напитками, а вот так вот в лесу выйти погулять, подышать свежим воздухом, собрать грибочков. Нажарить с картошечкой, замариновать, потом зимой доставать, кушать и вспоминать, как было хорошо летом и осенью. Потому что сейчас, судя по всему, начинается уже бабье лето у нас на Украине. Очень много паутины уже, что косвенно подтверждает, что уже бабье лето наступает понемногу. Вот один паук, второй паук. И если идешь по лесу, надо быть очень внимательным, потому что я так догадываюсь, что пауки эти ядовитые. Так, Женечка. О! Белый. Первый белый грибочек. Маленький, конечно. А он и второй, кстати. Вот и второй, покажи. А не, не, это польский гриб. А, польский. Это польский гриб. И это, ну, да, они растут, польские грибы, в старой сосне. Он третий. И когда мякоть прижать пальцем, она быстро синеет. Видите, это польский гриб. Род балетовых, польский гриб. Так само, как и белый гриб. Это одно семейство. Пошли, милый, дальше. Ой, мой муж, милый, сегодня ему фартит. А я просто хожу, снимаю. А он трудится, как говорится. Все равно работаем на общий котелок. Правда, Женечка? Так, увидела вот польский гриб, и вот тут же рядом, ну, сейчас, белый гриб, род балетовых. Посмотрите, пожалуйста, какой красавчик. А, это белый. Белый гриб. Не, не обрезай, Женечка. Так, пошли дальше, хороший, смотрят. И что самое удивительное, я поставила машину на опушке леса, и мы буквально, ну, только в начале, да, с краю вошли в лес. Пауков. Да, ну, пауков немерено. Вот, посмотрите, пауков. Еще один ползет. Пусть отдыхают. Вот. Все в природе. О, беленький, выкручиваю. А что это, беленький? Это масленок. Покажи, Женечка.
Белые грибы надо выкручивать, а масленки срезать. Вот. Я хожу фигней, страдаю, а муж работает на наш общий котелок. Умничка, Женечка. Польский. Аккуратненько срежу его. Срежу, срежу, маленько. Люди удивляются. Мы с мужем уже живем 7-й год. И у нас не бывает скандалов. А люди удивляются, как такое может быть, что люди живут без скандалов. Значит, что-то здесь не так. Да, и независимые от денег. Ну, а что еще, Женечка? Ну-ка, покажи. Масленок. Так, а что у нас тут? Масленок. Давай, Женечка. Вы всегда, если нашли гриб, смотрите рядом. Может быть, еще один. Или несколько. Да. О, какой гриб, а ну, Женечка. Значит, в лесу много грибников. Имеет смысл идти следом за ними. Это проверено на практике. Это белый грибочек. Класс, 2 белых грибочка, ну, Женя. Потому что человеческий глаз устроен таким образом, что он не может видеть 100% вокруг себя. Поэтому имеет смысл даже идти за кем-то, и вы тоже по-любому что-нибудь найдете. Это проверено, так бы сказать, не раз и не два. Я уже много лет занимаюсь грибами. У нас грибники даже ходят в лесу с велосипедами. Ты еще один масленок. Он еще. Он еще один. Следующий риж. Вот. Они группами всегда грибы съедобные растут. Боже, как хорошо в лесу. Солнышко сегодня, тепло. Активный отдых, тихая охота, как говорится. Я за рулем была. Долго. У меня глаза еще не адаптировались, то сегодня муж работает на общий котелок пока что. Но скоро досниму видео, и я присоединюсь, так бы сказать. Красота. Вот какие молодые сосенки. И здесь мох вот такой красивый, молоденькие масленки. Мы с мужем очень любим в баночке такие. Красота. Посмотрите, как красиво. Нам так в жизни не хватает природы. Ой, умничка. А любите своих мужей и жен. Не ссорьтесь. Находите общий язык. И проводите вместе время. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайк. Всем пока-пока. Идите в лес отдыхать.